подошла к концу профильная смена движения первых, время первых, сибирский Артек. В детском оздоровительно-образовательном лагере «Березка» первые насыщенные плодотворно завершили свое лето. Смена прошла невероятно продуктивно, узнал очень много нового про наш край, про то, как он будет выглядеть в будущем, сам проектировал то, как он будет выглядеть в будущем. И достаточно много узнал об вообще движении первых. Смена мне очень нравится. Я была на сибирском Артеке в прошлом году. И сибирский Артек в 2024-м – это просто место встреч старых друзей, место новых знакомств. Очень яркая программа, мне все очень нравится. Ребята прошли конкурсный отбор. Всего в смене поучаствовали 400 детей из 50 муниципалитетов края. Уникальность смены в том, что мы каждый раз пишем новую программу в зависимости от запроса ребят. У нас работает детская дирекция, с которой мы заранее прорабатывали какие-то проблемные вещи, которые здесь, они из проблемы перейдут в деятельностный результат. И решили, что эта смена будет в концепте «Хранители времени». И мы прорабатывали ценность времени, важность им делиться, важность его распределения. Атмосфера, движение, знания, энергия, забота – все это названия отрядов. Всего их 8. Каждый посвящен определенному профилю. 80 наставников из разных отраслей, теорией и практикой вовлекали ребят в профессиональные сферы. По итогу смены каждый отряд разработал проект – портрет будущего Алтайского края. Проекты представили губернатору Виктору Томенко. Все мы задумывались над тем, какое будет общество в будущем. И чтобы как-то это раскрыть, мы создали образ энергичной Веры, которая родилась в 2068 году в городе Барнауле. Всю жизнь хотела сделать что-то на благо нашей большой страны и на благо нашего края. И она изобрела лекарство «Костерос». У вас получилось такой полет фантазии на самом деле, да? Да, это... Правда, это очень важно. Кроме того, для ребят работало 11 клубов – творческих, спортивных, патриотических и интеллектуальных. Движение первых – это просто огромная площадка для развития. Каждый человек для себя может найти то, что-то подходящее. Губернатор края поздравил ребят с закрытием смены. Мы действительно вами гордимся. Вы и есть будущее Алтая, будущее Алтайского края. Я убежден, что многие из вас, пройдя свой путь развития, вы обязательно свой вклад, свою лепту, свой след в истории нашей страны в ближайшем будущем обязательно оставите. Кстати, смену организовали специально в конце лета, чтобы ее участники с горящими глазами приехали в свои первичные отделения и с новой силой начали развивать движение. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.